Нормально все вчера? Отлично. Да вообще супер просто. Да? Лучший праздник, наверное. Самый лучший. У нас была лотерея, подарки, розыгрыши, баня. Нормально, вы устроились, ребята. Сейчас я задаю вам всем 5 вопросов. Отвечаете на них правильно, получаете 1 подарок на всех. 1 на всех! Правильно! Подарки ограничены. А как мы делить будем? Так, подождите, вы готовы всем этим заняться безобразием? Конечно, да. Алексей, как мы в кадре? Нормально? Все залезают? Фу, слава богу. Мне нужно только карточные счета свои сообщать будет. Потому что у меня не моя шапка. Итак, первый вопрос. Первый вопрос. Какой ваш карточный счет? Это интервью Юрия Дудя. Что ты там бормочешь? Официальный язык государства Израиль. Иврит. Да, иврит. Аплодисменты. Аплодисменты! Это совершенно правильный ответ. Спасибо, Боря. Я вижу, это ваш прикольщик, как бы. Да? Это брат ее. Хорошо. Где муха-цокотуха нашла денежку? На базаре. Пупали пошла, муха денежку нашла. Где? На поле. Можно вас? На поле! На поле! Пошла муха на базар. Купила самовар. Можно тратить пошла, точно. Третий и самый сложный вопрос на этой планете. Перечень исторических событий в их временной последовательности. Хронология. Ну, чтобы вас весь мир увидел. Хронология. И это правильный ответ. Не нужно давать минуту на раздумья. А можно еще брать помощь зала? Да, конечно. Если бы он был. У этого бесполезно, у того, что играл в этом шоу. Иностранное. Do you speak English? Сейчас, секунду, настроиться надо. Фокус потерял. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful, and since we've no place to go. Let it snow, let it snow, let it snow. Do! Many dozens of sand are stopping, and I brought me some corn for popping. The ladder I'm beating low. Let it snow, let it snow, let it snow. Ку-ку. Я по-вашему не разумею. Ладно, хорошо, засчитываем этот вопрос. Ура, засчитываем его. И вы молодцы. Английский не просто так. Целый отцу Роману. Отцу Дионисию привет. У меня сопли не текут из ноздрей. Нет. Слава богу. А должны от счастья. Да я чувствую, что пошла родная. Да. Нет еще? Нет? Усики сухие. Сухонькие усики. Нормально. Даже имени нет. Дедушка Мороз какой ее забавный. Вопрос номер 5. Пятый вопрос. Последний. Как называется смесь измельченного в муку миндаля и сахарного сиропа? Марципан. Все подарки получены! Очумелые мои сестрички! Все дружно передаем привет Николаю, моему подписчику, взрослому мужику. Представляете, взрослый мужик. Ну? У него жена, взрослый ребенок смотрят вот это шоу в Ютубе. А какое у вас шоу? Негодяй ТВ называется канал, а шоу называется «Вопросы за бабоса». Но сейчас Новый год, и поэтому не «Вопросы за бабосы», а «Приколдосы за вопросы». А приколдосы от Николая, он действительно очень бизнесмен такой серьезный. Думала, ага, сам вопросы. Да, у него, не вопросы, у него подарок для вас, причем серьезный. Вот, один на всю вашу команду будете пользоваться по очереди, как-нибудь сами. Смотри, сушилки, очень хорошие, ребят. А что это такое? Сушилки для обуви. Сушилки для обуви.
представляете? Смотрите, какая нужная, полезная вещь. Вообще, Коль, класс. Коль, просто вот... Николай, спасибо вам! Спасибо вам, Николай! Спасибо огромное! Спасибо, Николай! Золотой человек ты наш. Let it snow, все, держите, snow, пользуйтесь по очереди. Что, так, у нас правда, запись, все на... идет. Как? А у нас говорю. Еще идет, а я прыгаю. Да. Это не развод, все это правда? Самый настоящий развод. Да? Конечно, да. Сейчас выключится камера. И скажешь, ну все, сушилки. Эта стоят. Машина остановится, заберет у вас подарки. Все ваши деньги, да. Мобильные телефоны. Зачем ты деньги с собой были? Все это постоянный развод. Я никогда не плачу деньги. Да? Так, все, съемка закончена. До свидания. Все, мы уходим. Что там? Новый год? С Новым годом, да, с Новым годом. С Новым годом. Бай-бай. Я хочу обменяться инстаграмами. Я же инстаблогер. Адвокат Новикова. Идите сюда. Итак, дорогие друзья. Конечно, я же известный адвокат. Если вдруг вам понадобится известный адвокат, вы можете обратиться к Николаю... Ой, Николаю Новикову. Николай Новиков есть такой адвокат. К Новиковой... Ирине Михайловне. Так, зафиксировано, ага. Фиксатор есть. Фиксатор есть. Все нормально. Диктуйте ваш. Негодяй ТВ, набирайте, и все будет нормально. Где? Уже смотрим. И все в вашей жизни будет. Мы хорошо, хоть наши лица-то есть там, братишка? Лица есть. Ай, кайф! Новая камера. Та-та-та-та-та-та-та-там. Снимает бомба, пушка. Ищ. Петарда. Инстаграм тоже негодяй. Да негодяй, да. О, вон, видите, вот тут мужик с бородой, в очках вот такой. Такой вот харизм, симпатичный. О, такой, 20 да. тысяч подписчиков у вас, обалдеть! А у вас? Я каждого подписчика выпрашиваю, хожу! У него там вообще борода, поэтому можно не спрашивать. Лёха, иди сюда, пускай все видят, вот это же Алексей. Я теперь помощник, Алексей... я стоял, контролировал камеру, контролировал ситуацию, смотрел со стороны. Они же должны кому-то, как будто идет репортаж. Все, всем до свидания, да. Спасибо огромное да. за подарки. Да. Очень приятно, когда видишь доброжелательные лица, веселых людей. Причем трезвые, понимаешь? Трезвых людей. Нет, с Новым годом всех благ, спасибо да. огромное за подарки. До свидания. До свидания. Отлично, прошло. Благо, твой костюм новогодний спас сегодняшний выпуск. Ты его одел, люди увидели, кричат: «С Новым годом! Счастье!» А как ты побежал за ними? А я говорю: «Люди, подождите, стойте!» Остановил их, это все было так классно. И быстро, и красиво, и погода. Ух, какие же кадры здесь можно увидеть с квадрокоптера! Прямо прикосновение. Поменяйся. С наступившим Новым годом! Ура!